Рассказывайте. Хорошо, все хорошо. Кайф. Все хорошо. Но у нас сегодня по новостям передавали. Видимо, ветер в нашу сторону повернул. Уже и в Астане задымление в Сибири идет. Вот. С переменным успехом, но не без этого. Всяко разно. Так, ладно. Девчонки, мальчишки. А теперь скажите мне, пожалуйста, ну все вы знаете, наверное, что квартиру или дом, где вы живете, нужно чистить. И вот скажите мне, как часто вы это делаете и делаете ли вообще? Сами или под запись. У некоторых есть запись очищения квартиры. Добрый. Периодически. Ну, Маргарит, ну ты вообще прям каждый день домовенок, чистый дом. Только квартиру, всем, что есть. Делала не один раз колодцем, но не часто. А, Наташа, ты имеешь в виду колодец космоэнергетики? Ну, сам по себе он, если им, сам по себе он роли особой не играет. Там нужно работать периодически. Включаю записи с Ютуба колокола, да, не очень часто. Наташа практически ни роли, ни работы никакой не делает. Периодически, каждый день домовенок. Надо бы почаще. На работе частенько делаю. Там ты делаешь для себя, на свое место. Серебряный серп, да, очень хорошо чистит, мощная энергия. Вот. Ну, я вот, например, ну я работаю постоянно, да, постоянно энергиями, и, естественно, хожу по своей квартире или там, где я живу, и она у меня, естественно, чистится. Но, опять же, даже по себе могу сказать, периодически возникают какие-то темные места. Почему, что, как, сами по себе. Сами знаете, да, что порталы очень часто открываются самопроизвольно. Бывают откроются, быстро закроются. Бывает такое, что долго стоят открытые, их нужно специально закрывать. Но у нас есть, конечно, замечательная энергия, которой мы пользуемся. Вот. Чистить нужно постоянно, особенно если даже элементарно соседи какие-то нехорошие, что уж говорить о том, если в доме или в квартире кто-то постоянно ругается. Признаки, если место, где вы живете, не очень чистое, добрый. И ну, естественно, если что-то сами чувствуете, видите, снимаете информацию, нужно, естественно, приводить в порядок. Что можно сказать по причинам? Вот скажите мне, девчонки, мальчишки, как вы чувствуете? Или свою квартиру, или если работаете с клиентом?
Можете сказать, написать быстро. Мне просто интересно. Почему вы решаете, что вам нужно почистить помещение? Почему вы так думаете? Вы не знаете или не задумывались об этом? Угу. Некомфортно. Дома по привычке, на работе необходимость. Угу. Силы уходят куда-то, спать рано хочется. Угу. Не задумывалась, вспомнила, открыла энергии. У меня вот в этом случае, работать работаю я, да, но когда происходит что-то не то, я начинаю уже думать, искать причину и начинаю просматривать свою квартиру. Угу. Мелкие там, без разницы, крупные, еще что-то. Люди приходят, у всех энергетика разная, бывает некомфортно. Сны плохие снятся, дочка боится, это порталы. Дети реагируют, вот, ну, они, всем кажется, что они придумывают, на самом деле это нет. У детей еще восприятие не зашоренное, не перекрытое ясновидение, поэтому они чувствуют, видят что-то. Вот. Луч свободы, энергия, закрывает любые порталы, выводит сущности. Каких-то быстро, каких-то подольше. Неприятности сразу лезут просто. Угу. Вот. Да, возможно, усталость неоправданная, причем с самого утра может такое происходить. Добрый. Бывает такое, что вот вы спали, проснулись, и ощущение, что вы вообще не отдыхали. Вот. Во время уборки включаю или колокола, или другие чистящие. Барабанный бой тоже подойдет, потому что барабаны – это энергии, ритм земли, ритм сердца. Он очень хорошо чистит, восстанавливает и выравнивает с вибрациями земли то, что нам нужно. Всегда. Поэтому я достаточно часто их включаю. Причины могут быть еще какие? То, что вы слышите какие-то, или звуки, или шорохи. Тибетские чаши. Ну, я почему-то в последнее время их не включаю. Как-то странно. Добрый. Шумы, звуки, стуки, которых в принципе не должно быть в вашей квартире. Мы все равно, находясь у себя дома, мы понимаем, какие звуки, шорохи могут быть, какие в принципе невозможно. Когда открываются дверцы, шифоньеры, форточки, шкафы, когда начинают скрипеть эти самые двери. Двери скрипеть не должны. Вот. Сквозняки неприятные могут быть при закрытых окнах. Угу. Как-то вот одно время чаши шли, да, потом почему-то я про них вообще забыла. И как-то вот, ну, сейчас просто смотрю, не хочется мне их включать.
включать. Вещи теряются или пропадают. Это вот мелкие признаки. Я не говорю о тяжелых. Тяжелые чуть попозже. Это мелочи. Бытовая техника начинает капризничать. Если вокруг вас живут неприятные соседи, это тоже влияет. Если в квартире кто-то постоянно ругается. Я знаю, есть такие семьи, где в основном все вроде как интеллигентные, а один, обычно это, можно сказать, праотца. Ругается, всем недоволен, матерится. Это тоже влияет на энергетику дома, естественно. Если не в порядке сантехника, капает вода, кран пропускает, трубы текут. Также лакмусовой бумажкой могут выступить растения. Они могут или чахнуть, или элементарно не цвести. Те цветы, которые должны цвести, они не цветут. Сейчас вернемся, к этому. Домашние животные, кроме кошек, могут чувствовать дискомфорт. Но это бывает не так часто. Часто бывает, что они болеют тогда, когда присутствует какая-то магическая программа. Они перетягивают на себя. Вот. Цветы и букеты, подаренные, засыхают очень быстро, не держатся. Интересные такие еще моменты. Вот даже можете поэкспериментировать сегодня или завтра. Сливочное масло, если очень быстро тает, не так, как обычно оно должно, значит, негатив присутствует. Очень быстро остывает горячая вода, чай, опять же. Очень быстро прокисает молоко моментом. Ну, естественно, и если в этой квартире вам снятся плохие сны, и, как я уже говорила, сон не восстанавливает силы. Вот. Ну, и естественно, если в этой квартире кто-то умер. Вот. Там вообще происходят ужасные вещи. Это, может быть, обыкновенный нормальный человек на это не отреагирует. Я просто видела, что происходит, когда нижний мир открывается, портал в нижний мир, и там реально жуть. Реально жуть. Я после этого перестала. Как принято, я не знаю, как у вас, потому что везде обычаи разные. У нас перед похоронами ночь человек, привозят его из морга, и он считается обязательным, что он должен переночевать в своей квартире. Почему, для чего, я, честно говоря, не вдавалась, я не знаю, для чего это делается, но происходит реальная жуть конкретная. Вот. Так, это вот, Лена, к тому, что мама слышит, как входная дверь открывается или стучит. Муж умер уже как год, наверное, приходит. Он не может приходить. Может приходить, в сущности, портал или не закрылся с нижним миром, или закрылся не до конца. Вот. Но там, естественно, нужно чистить, потому что энергетика сама по себе мертвая. Во время, как только человек умер, там, совсем нужно
и по-другому жестко достаточно работать, все чистить. Да, я не знаю, ну, до безумия нужно вычищать жесткими энергиями, огнем, там, я не знаю, ну вообще жестко работать. До похорон, после похорон. 9 дней, 40 дней конкретно. Чтобы ничего не прилипло, не перешло. Вот. Сережки ломаются. За последнюю неделю две сережки сломались. Люд, это примерно тот же принцип, как если бы застегнулась, расстегнулась и сломалась булавка, которую иногда прицепляют от сглаза себе или детям. Брошки, в принципе, они несут ту же смысловую нагрузку, как защита. Это значит, идет или нападение, или какие-то внутренние программы опять могут подняться. Вчера разбились два горшка. Насчет битья посуды, тут я могу сказать все к счастью. К счастью и к деньгам однозначно. Так, сейчас. Странный случай. Выходила сегодня с квартиры, закрывала дверь наружную. Не смогла, начала смотреть, там дырка для ключа чем-то пихана, забита серым. Кто-то что-то делал. Элементарно, ты знаешь, могут пакостить. Для чего? Пока не могу снять информацию, информация не идет. Если бабушка умерла 10 лет назад, если вы чувствуете дискомфорт, если вы начали работать, в любом случае нужно чистить. Вот. У нас тоже так раньше было, привозили на ночь, сейчас все через похоронное бюро не привозят. Но у нас тоже обещают это запретить. В принципе, я с этим согласна, потому что, извините меня, на пятый этаж без лифта, но это издевательство, во-первых, над умершим, во-вторых, над теми, кто по узким лестничным площадкам, пролетам это тащит сначала вверх, потом вниз. На здоровье. Бабушка не может дома найти деньги, они точно дома. Ну, бабушки, дедушки, они такие. Это они могут. Вот тут даже не касаясь того, что какие-то вещи пропадают, это они могут спрятать. Жесть. Ну, 10 лет назад, опять же. Угу, поднялись, работаю с ними, полезли программы. Да, однозначно, стопроцентно, что сделана черная магия, что-то нехорошее, именно на дом, не просто на вас. А очень часто делают порчи на дом. Вот, кстати, я рассказывала уже. Я пока работала как биоэнергет, молитвами, заговорами, свечи, воск, яйца, да. Если вот такой дом почистишь, дом, квартиру с порчей. А я потом лежала пластом практически неделю. Восстанавливаться очень тяжело. Потому что биоэнергеты работают через себя за счет своей энергии. Поэтому мне очень нравится работать энергиями. Космоэнергетика, рейки, без разницы абсолютно. Я подбираю энергии, независимо к какой школе они относятся. Вот. Стопроцентно, если у вас завелись в доме тараканы, муравьи, и вы от них не можете избавиться вот этими вот различными химическими препаратами. Пауки, паутина, мухи летают, залетают почему-то. Ну, естественно, более-менее квартиры-то чистые. Мухам делать, по сути, там нечего, да? Вот. Это уже о чем-то говорит. Ну, конечно,
Мы в любом случае стараемся. Сетки у нас на окнах есть. Но вот взялись и ниоткуда. Реально из ниоткуда. У меня новая квартира. Ремонт. Все там заделано. О, господи, как это называется? Вентиляция. Вентиляция закрыта, и там какая-то электрическая фиговина поставлена, что включаешь, и она там сеточка, все закрыто, все заделано. Абсолютно щелей нет никаких, нигде. Два раза вот за год с лишним у меня было такое, что ни с того ни с сего появлялась по одной. Одна здоровая, черная, не зеленая, да, вот черная муха. Здоровущие, вот они как навозные такие. Я сразу подрывалась, быстренько чистила квартиру. Вот на пустом месте, из ниоткуда. Подъезды у нас тоже, ну, дом новый, абсолютно новый, чистый, там запаха нет. Естественно, мухи там не летают, да, бомбардировщик. И вот два раза я ловила. Вот так вот. Так, опять я сейчас забуду. Сейчас я опять забуду. Сейчас вставлю, скину. Будет сессия по очищению, гармонизации жилого пространства. Ну, естественно, потом будет наполнение, как обычно. Вот. По поводу смертей, ну, я уже говорила, да, происходит жуть нереальная, конкретная. Вот такое ощущение, как будто портал открывается, и как будто вот эти вот сущности мерзкие, они реально мерзкие. Они ломятся. Я сначала думала, что, ну, как на кухне подремлю, потому что, ну, тяжело ночью сидеть. Думаю, голову на стол положу и подремлю. Кого там? Ну, вот я прекрасно понимаю, да, что это такое, почему. И тем не менее, я сидела с вытаращенными глазами, работала энергиями, забралась на стул с ногами. И ни о каком сне речи быть не могло вообще. Там лезла такая чернота нереальная, просто жуть. И вот в этот момент, да, я сделать ничего не могла. Вот абсолютно ничего не могла сделать. После, да, единственное, что я могла сделать, это ставить защиту на живых людей. В основном работала огнем, потому что портал не закрывался вообще. Спустя какое-то время он закрылся, ну, где-то через сутки. Вот. А для чего еще нужно чистить квартиру? Поскольку мы там живем, спим, кушаем, расслабляемся. В основном это зона нашего комфорта, во всяком случае, должна быть. Бывает такое, я знаю, что человек не может, не хочет идти домой. Как говорят, дома говном намазано. Тоже заставляет задуматься, что это такое, почему это происходит и что с этим можно сделать. Вот. Зона комфорта, которую нужно приводить в порядок. Мы приходим домой, закрываем дверь и выдыхаем. Мы расслабляемся, что зашли на свою территорию. Вот. И можем отдохнуть. Плохо очень, когда не получается чувствовать себя комфортно в доме. Вот. Дома нужно отдыхать.
как-то приводить в порядок и, соответственно, наполнять тем, что вам нужно. Точно так же работать со своим пространством, где вы живете, наполнять энергией здоровья, радости, счастья, удовольствие, удача, деньги, изобилие, движение, работа. Во время того, когда вы работаете и чистите свою квартиру, уделять внимание нужно не только пространству, но и стенам. И потолок, и пол тоже нужно включать. Если вы подозреваете в каких-то темных моментах свой шкаф, шифоньер, стол, стул, диван, естественно, уделить этому нужно времени побольше. И зафиксировать свое внимание на этом. Ну, про вещи там немножко другая история. Мы вчера эту тему зацепили. Что делать со своими вещами? Ну, то, что я их выкидываю, это естественно. Но сначала нужно вытянуть свою жизненную энергию из этих вещей, даже если вы отдаете своим очень близким, хорошим родственникам. Не вам не нужно вмешательство в это. Не им тоже не нужна чужая энергетика. Ей можно воспользоваться и в хорошем плане, и в плохом. Поэтому не нужно оставлять вот эти вот моменты. Лучше себя обезопасить. Ну и жизненная энергия, собственно говоря, лишней не бывает. Поэтому лучше ее, естественно, вернуть. Вот. Вернуть в дом, к себе, и пусть это будет лучше у вас, и работает она на вас. Вот так вот. Как защитить дом молодой семье, если квартира съемная? Точно так же, потому что квартиру арендуют для себя. Соответственно, для себя точно так же нужно приводить это в порядок. Но, опять же, вот тот же момент, о чем я только что говорила по вещам, когда переходите на другую квартиру, нужно свою жизненную энергию, все то, что вы вложили, забрать с собой. Как забрать свою энергию? Ой. Давайте, я не знаю, давайте сессию проведем, практику. Как забрать свою энергию из вещей. Это что касается своих вещей, это можно сделать. И когда вам кто-то что-то отдает, из вещей вытянуть чужую энергию и отправить ее по назначению, и ну, практически будет новая вещь без лишней энергетической информации. Домовушку забрать, ну, блюд, если она ваша и если она пойдет, то можно забрать. У
Но я так думаю, что, скорее всего, этого делать не нужно, потому что квартира это не принадлежит этим людям. И не думаю, что будет возможность домового забрать. Если человек ходит по съемным квартирам, то нет. Домового забирают обычно в новое жилье. Вот. Вот так вот. Такие вот дела интересные. Вопросы, девчонки, мальчишки, по теме. Наташа, вот возвращаясь к этой ситуации, да, то, что в замок тебе что-то напихали, как-то тяжело вообще, тяжело просматривается, реально тяжело и давит. Вот. Почему-то не могу информацию снять, но ощущение неприятное, так что да. Скорее всего, что-то сделали. Да, если переезжаешь из своей в новую, то да, своего домового забираешь. Ага. А если по съемным квартирам, то нет. Вмешиваться, там совсем не нужно. Вот. Вот и смотрите, в принципе, можно сделать в субботу или воскресенье сессию по уничтожению. Ну, даже нет, не так. По очищению вещей от своей энергетики, если вы отдаете. Это же касается и техники любой, которой вы пользуетесь, но хотите кому-то отдать, передать. И то же самое касается вещей, одежды, обуви. Ну, вот обувь я, честно говоря, вообще не рекомендовала. Не отдавать, не брать чужую обувь. Потому что обувь это реально дорога, путь. И как-то с кем-то меняться. И через обувь можно очень быстро отдать свое. Поэтому с обувью я бы вообще бы не советовала. И все, что касается вещей. Так, я так поняла, у меня портал дома. Свечи жгу постоянно. Там техника совсем другая. Там техника, но я, естественно, энергиями работаю. И не просто работаю, но и еще какие-то определенные вещи делаешь. Потому что свечи, ну они, да, они чистят свечи. В какой-то момент они почищают, но не убирают первопричину. Сразу открыла огненные энергии. Я заметила, что у порога красным воском накапано. Вот я говорю, прям тяжело, голову давить начала. Почему не могу снять информацию? Обычно это как бы, ну, не свойственно. Мне просто информация не идет. Выжила все, что смогла в этот момент. Скрипит внутренняя дверь сильно, но не знаю, не понимаю, почему мой внук стал какой-то странный, рвется к ссоре почти каждый день. Не узнаете, я не знаю, сколько лет, понятно, да, вашему внуку, там какой-то внутренний протест внутри назревает конкретный. Что-то добиться, доказать что-то свое. 14, ну, тем более переходный возраст, подросток. Там внутренний протест идет. Гармонии внутри нет. Кстати, вот на эту тему, Лидия, да, о боже, девчонки, кто-то помнит, да, есть энергия. Там как раз они урегулируют гормональные всплески.
подростковый возраст, что у женщин, что у мужчин, пожилой возраст, у женщин во время беременности, да, месячных тоже гормональные взрывы бывают. Вот женщинам, конечно, нужно чаще этим пользоваться, этими энергиями. Но с подростком можно сгармонизировать. Сейчас даже поищу. Сейчас я поищу и скину эту энергию. Ну и что? Что-то у меня тут... Ой, какой у нас интернет стал в Казахстане нехороший. У меня нет слов. Вообще. Не могу открыть контакт. Там знаете, что зайдите в каталог настроек. Хутта и... Вот я не помню. Или что-то с гормонами связано. Или по здоровью, или омоложение. О, Люб, спасибо. Переходный возраст. Да, скорее всего. Так, у брата на входе в подъезд мужик расстелил тряпку, облил вином. Кого чистить? Брата, его квартиру или весь подъезд? Весь подъезд чистить не надо. Кто-то, может быть, решил так сделать на деньги. Но это больше похоже на, когда делают на алкоголизм. Вот. Чистить только для брата. Даже по энергетике подъезда. Для брата. На дверях написали нехорошее слово. Что-то сделали или просто специально. Смотрите. Но там, скорее всего, просто сделали. Ну, просто сделали. Но, тем не менее, когда люди гадят, вот так вот, они гадят с определенными эмоциями. А негативные эмоции у людей, они очень сильные. Это хорошее, очень тяжело сделать. Плохое делается на раз. И поскольку вот эти вот мысли, информация, которую... эмоции, которые они вкладывали в то, чтобы напакостить, оно может обернуться как сглаз, перекрытие дорог, вот тоже нужно чистить. На здоровье. Какими энергиями можно чистить? У меня кошка иногда что-то видит, шипит, рычит, ни с того, ни с сего. Есть специальные энергии. Огнем чистить, энергиями огня. Вот. Сейчас я даже не вспомню сразу все, ну, потому что просто нереально помнить. Знаете, как сделаем? Я, наверное, завтра просто их все выпишу, соберу. И Лена сделает отдельный пост по энергиям, если вас интересует. На здоровье. Ну, а кошки, да, кошки, они очень хорошо. Собаки тоже, ну, собаки меньше. Кошки, они очень хорошо чувствуют. И кошка валяется обычно на тех местах, которые излучают негативную энергию. Они это любят, они с этого тащатся. Они этим питаются. Я вам уже рассказывала, что когда я еще принимала дома, клиентов я никогда не ставила.
потому что я считаю, что это издевательство над людьми, которые пришли после работы, не совсем здоровы, еще и стоять, это к моей энергетике относится. Я их садила на стул. Кошка у меня была воспитана в силу того, что под моей пяткой очень тяжело быть невоспитанным. И она сама выходила, ну, естественно, после того, как пару раз выставила, она сама выходила из комнаты, но только человек садился, только я начинала работать, она прошмыгивала, как мышка, как змейка, и садилась или ложилась под этот стул, потому что одно время она как бы лезла к людям. Ну, аккуратно, но тем не менее, когда человек расслабленный, его это пугает, кому-то может быть неприятно. Естественно, я ее выпинывала мягко. Ну, она знает, что со мной шутки плохи. И она людей не трогала, она проскальзывала вот под этот стул и она кайфовала. Вот реально кайфовала. Вот, они чувствуют, они видят. Это порталы или сущности, которые нужно закрывать. Луч свободы. Вот изумительная энергия. У меня дочка не может выйти замуж. 11 лет. Валюш, может быть, ну его нафиг. Такого товарища. Извините, 11 лет угробить ни на что. Это не совместного жилья, не каких-то идей отдыха детей элементарно. Для чего тратить время на этого человека? Мне просто интересно. Угу. Соберу завтра энергию. Я не буду, уже устала. Ко мне муж 6 лет перестал приходить в гости. Если придет, то с неохотой. Виталий, у вас интернет есть? Потому что сейчас дети такие. Такие. Поразбираться надо будет. Любит. Ну, Валюш, что тогда можно сделать, если человек сам не пытается сделать что-то со своей жизнью? Вот. Вот так вот, девчонки, мальчишки. Я помню, я читала об этом, да? Я, по-моему, я знаете, что сделала? Ну, я выкрутилась. Я справила день рождения, ну, в другой день. Чуть позже. Потому что день рождения нужно отмечать день в день. Конкретно день в день. Тебя поздравляют, тебе желают, тебе дарят подарки. У Бога уши в этот день для тебя открыты. Вот. Но если возникает такой вопрос, что, ну, наверное, лучше не делать. Ну, или также сделать, как я. Последствий каких-то негативных я не заметила, собственно говоря. Вот. На здоровье. Тогда вот смотрите, 2 числа будет сессия по очищению, восстановлению, гармонизации пространства. На здоровье. А в субботу, это у нас какое число будет? Третье.
Субботу можно сделать по вещам. По вещам, по технике, которую могут подарить. Ну, мебель тоже дарят, наверное. Привести в порядок. И так, также, когда вы свое отдаете, если вам жаль выкидывать. Если на другой день днюху справляешь, это плохо. Но я уже сказала, в этот день уши у Бога для вас открыты. Для вас, для нас. Все пожелания, энергетика. Энергетика вообще волшебная, сумасшедшая в этот день. Я очень люблю работать. С одной стороны, как бы достаточно такой говорят, что кто-то говорит, что работать не нужно. Я наоборот люблю работать в свой день рождения, потому что вибрации идут, ну, просто изумительные, сильные, приятные, хорошие. Работа идет очень хорошо. Следующий день это уже, ну, это уже не ваш день рождения. Вот. Это уже просто следующий день. Это неплохо, не хорошо, это личное дело каждого. Просто люди стараются выходные дни это сделать или подстраиваются, чтобы было удобно кому-то, кого они пригласили в гости. Я противник того, чтобы подстраиваться под кого-то. Это ваш день, это ваше решение. Если человек хочет к вам попасть, извините, он просто может там смены или еще что-то поменяться. Это элементарно. Ну, будем все на работе. А с другой стороны, да, долго гости не засидятся. Быстро уйдут. И вы день рождения провели, или в кафе посидели, и успели отдохнуть. Вот. А в принципе повод собраться можно найти любой, если хотите отдохнуть. Почему-то много лет уже не отмечаю день рождения, хочется наоборот побыть одной. Смотрите, вы можете, это ваше личное дело, я уже говорила, как вам больше нравится. Но вы сделаете сами себе подарок. Сходите в кафе, в кино, что вам нравится, в цирк, поедете куда-то, съездите, или отдохнуть, или ну, что вы можете себе позволить. Сделать себе подарок. Это не говорит о том, что день рождения и должны приглашать гостей. Нет. Категорически нет. Я несколько лет уже не готовлю, не приглашаю в кафе, все в кафе. Тут меня, правда, мама начала подарки делать, готовить на мое день рождения. Вот. Сама я не заморачиваюсь. Да, в кафе на днюху. И дома порядок, не напрягаешься, тебе принесли, все поставили, убрали за тобой, все. Ты кайфуешь. Как гармонизировать пространство себя, мужа на беременность. Свет тоже есть энергия. Даже в матрице Творца есть энергии в блоке, это я точно помню. Вы мне в личку напишите, но я не сразу отвечу, потому что я сейчас не дома. Не очень удобно работать не со своего рабочего места. Посуду не мыть, да, абсолютно верно. Дома я буду уже через неделю, в понедельник, вечером, во вторник уже в полную силу буду работать. Вот так вот. Еще вопросы? Сегодняшнюю воду внукам давать пить? Ну, нет, скорее всего, сегодняшняя вода, она больше на очищение пространства, потому что мы по пространству говорили.
скорее всего, так. И самим не пить, а побрызгать, цветы полить. Если, кстати, есть животные, да, вот просто поэкспериментируйте, вот эту воду налейте, будут они ее пить или нет. И категорически водой не пользоваться. В записи потом можете зарядить. Если у нее появился неприятный запах. Это бывает редко, но это говорит о том, что вода сработала как губка. Она втянула в себя негатив. Эту воду, естественно, только выливать. Унитаз, туалет. Если это частный дом, туалет на улице. Только так. Вот. Да, кстати, Наташ, вот как вариант этой водой помыть двери. Даже не помыть, а побрызгать. Хотя там пятна останутся, лучше помыть, да, действительно. Потому что в любом случае пыль в подъезде. Угу. На здоровье, спасибо. Вот, я так понимаю, что все, да, на сегодня. И вопросы закончились. И идем отдыхать. На здоровье. На здоровье. И я вас люблю. Благодарю. Всем пока.